Неспешная прогулка по улицам Старого Галли. Идем в сторону Маркт-Плац. Ну вот, мы подходим к Маркт-Плац. Часы показывают 24. Ужасная жара стоит, надо сказать. Просто духота. Идем дальше. Вот мой Маркт-Плац. Правда, сейчас против солнца, но вот гуляем. Старые трамваи, новые трамваи. Сейчас пойдем есть Бакурст. Вон он. Света. Да. Какой ужас. Вот он. Лозунг. Don't worry. Be carry. Сейчас мы пойдем. Несусветно длинный. С ума сойти. Один трамвай, второй. Это царство трамваев. А вот это чешский трамвай. Знакомый нам. Ну, он закончится когда-нибудь? Нет, этот трамвай никогда не закончится. А вот и памятник. А вон та улочка, которая ведет к вокзалу. Мы тоже туда пойдем. По магазинчикам. Как в старые добрые времена. Так. А вот мы на Маркт-Плац. Точнее, ниже. Отсюда очень хороший вид. А это Света. А, гуляет тут. О, какая встреча! Где бы мы встретились? Привет! Гутен так. И вот... О, розовый женский трамвай. Да, вот розовый женский трамвай. Ну ладно, мы на нем не поедем. Здесь отличный вид на Маркт-Плац. Он все, по-моему, выглядит даже старенький. Да. На уникальный фонтан. Трамвай. А там вдали знаменитый шпиль. Мало.